Вот такую вкусняшку сегодня мы даем нашим любимцам. Желудок, колтыки. Все нарезали. Красотень. Сейчас сюда добавим 3 кальция фосфат еще. А потом малышам отдельно распределю и добавлю всякие витаминчики. Там 8 в одном, гелобон, что там есть, короче. Вот так вот. Сейчас я чуть-чуть добавлю. 3 кальция фосфат. Если есть мясокостная мука, добавляю мясокостную муку. Могу вот такое вот немножко добавить. Тут молотое. Типа комбикорма. Очень хорошо жрут. Так, чуть-чуть, не очень. Когда много, тоже не очень жрут. Ну, все, хватит.